Всем привет! Вы на канале Уральский массив. Сегодня хочу показать, как рассчитать лестницу с прямым маршем. Рассчитать прямую лестницу на второй этаж. Как у меня получается расчет этих лестниц без каких-либо программ на листе бумаги. Все, всем приятного просмотра. Так, в общем, расчет прямой лестницы. Длина проема была у нас 1800. Высота от низа первого этажа до верха второго этажа. До верха пола второго этажа. 2470 высота. Вот, проем вот до сюда был у нас. Здесь у нас была дверь, то есть здесь было ограниченное расстояние до двери 300 миллиметров. Получилось у нас 2100. Вот. Что я сделал? Я вот эти 2100 вычел 30 это нависание ступеней, вот это вот нависание ступеней 30 вычел, и еще была подшивка проема 18 миллиметров, я вычел еще 18 миллиметров, у меня получилось 2052. Вот, 2052, то есть вот здесь осталось у меня 2052. Я разделил, ну, я знал, что тут много не влезет ступеней, поэтому я разделил на 10 получилось у меня. Последняя ступенька вот так вот пришла, вот эта 10-я ступенька. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, вот так вот. То есть получилось у меня 11 подъемов, 10 ступеней. Так, 2,52 я разделил на 10. У меня получилось 205,2. То есть это просто вот это, под ступенью. А вот это расстояние 2,470, высоту, то есть 2,470. Я разделил на 11. У меня получилось 224. То есть у меня получилось вот так вот. Получилось здесь 224. Подъемчик это. А просто получилось 205,2. Ну, к ступени добавили 3 сантиметра. Ступень получилась на 230. Ну, потому что сюда больше никак не влазила никакая. Я предлагал, конечно, хозяевам сделать лестницу на 90 градусов. Ну, им именно надо было прямую лестницу. Вот такая вот лестница. Получилось так. Ширина получилась на 950. Тут я сделал ограждение. Ограждение здесь у меня. Ну и здесь по кругу у меня тоже на втором этаже ограждение. Видео можете посмотреть. Самое главное при расчете лестницы надо учитывать вот это вот расстояние, чтобы не ударяться головой. Ну, бывают такие проемы, что там не получается лестницу вообще никакую сделать. То есть, ну, все равно чуть-чуть получается, чуть-чуть некомфортно. Ну, что делать? Выпиливать уже не получается, все там, все уже чистовая отделка. Да и хозяева особо не горят желанием что-то выпиливать. То есть им надо вот проем сделать, какой он есть, такой вот есть. Вот и получаются такие вот лестницы. Ну все, кому понравилось видео, лайк, подписочка, комментарий. Поддержите канал. Все, всем всего доброго, до нового видео.